«Смех и джаз» в Челябинске прошел первый фестиваль музыкального юмора. На одной сцене встретились лучшие исполнители России и США. Известные джазмены Вадим Эйленкрик и Сэмми Миллер, слепой пианист Олег Аккуратов, Московский джазовый оркестр и челябинский коллектив «Уральский диксилянт». Роль хедлайнера досталась народному артисту Игорю Бутману на протяжении двух дней. Музыканты представляли известные хиты и современные композиции в шутливой форме.